Ну, короче, потренировался я вчера, на йогу сходил. Так сходил, что уснул, просто наглухо. Сегодня здесь праздник большой, религиозный, завтра тоже праздник, потом выходные. Короче, сегодня был только день борьбы. Я здесь поборолся, потом поспал по определенным причинам. Но сегодня вечером уже стартую в Рио на Гранд Слэм. Будущее туман, мы пи***ли, получу точно. Господи, в номер заселили, воды нет. Итак, продолжим. Еду на соревнования в Рио на Гранд Слэм, еду на автобусе, а автобус на стоянке останавливается, начинает стоять. Что еще могло пойти не так? Тут, короче, на районе, вот на автобусе едем, автобус встал на остановку, тут, походу, где-то тачку ограбили, ну, как водитель пытался объяснить, то ли угнали, то ли ограбили. Короче, уже полтора часа стоим, никуда не едем, ждем полицию. Ну, это вот реально, вся поездка идет в духе, вот, а что еще могло пойти не так? В итоге автобус 2 часа стоит, потом мы с опозданием приезжаем. По пути я отменяю бронирование на один отель, потому что сначала я его оплатил, потом почитал отзывы. Но, кстати, деньги мне вернули, островок красавцы. Бронирую прямо в прыжке другой отель. Нас заселяют в номер, там нет воды. Нам меняют номер, то есть все делаю как бы не так. Принимается решение, ну, поехать на Христа посмотреть. Короче, в Бразилии церковный праздник, я еду на Христа. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Это еще одна неудачная идея тут поездки, короче. Пойти к статуе Христа, короче, в национальный церковный бразильский праздник. Здесь, короче, служба. На 4 часа в очереди отстоял, короче. Ужасы сплошные, виды красивые. Вот так и живем, короче. Вся поездка идет не по плану. Бля, ребята, это просто самая трешовая поездка в Бразилию. Зато кадры такие. Увижу ли Бразилию, Бразилию, Бразилию. Увижу Бразилию до старости моей. О, Рио, о, Рио де Жанейро, о, Рио, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях. Так, я закрыл головой радужные флаги на фоне. Отвечая на краткий вопрос, что я опять приехал в Рио. Завтра здесь пройдет Grand Slam AGP Рио-де-Жанейро. Я приехал в нем участвовать. Я не говорю побеждать, я так говорю именно участвовать, потому что категория черный пояса Adult. У меня в категории чемпион мира по коричневым поясам, получивший черный. Чувак, который выиграл в прошлом году на этом Grand Slam. Еще много сильных чуваков, топ-1 рейтинга. Вот это вот все. В прошлом году я добрался до полуфинала Grand Slam, выиграв две схватки, потом две проиграв. В этом году я планирую просто доехать до места проведения Grand Slam. Я буду это считать, в принципе, большой победой. В Рио 30 градусов. Вот это вот бразильская зима. Сзади меня люди отдыхают. Вот, ребята, у вас в Москве дожди. Все, приехал на взвешивание, вон народ стоит, вешаться готовится, я тоже, в принципе, повеситься готов. Если веревка выдержит, прямо жирную сраку, но можно и просто взвеситься, да. Hi, I am Michael, she is Anna, we from Russia, Moscow. We go to Grand Slam Rio. It's my fourth time in Brazil, she first time. We want good fight, we want to win, and we like Brazilian and Brazilian Jiu-Jitsu. Плюс категории до 120 кг, что могу взвешиваться прямо так, как мне веса хватает. У меня все категории одни бразильцы, я единственный русский, такая вот классно, смотрите, как красивый прям. Такая порося прям из России приехала, вот до 120 кг уместилась. Вот, собственно, арена, сейчас идут финалы коричневых поясов. Вот, в прошлом году я еще по коричневым боролся, в этом все уже по черным.
Что забавно, да, во-первых, вот в прошлый раз дошел до полуфинала здесь, что, в принципе, для меня хорошо с моим режимом тренировок. А во-вторых, я из каждой поездки привозил медаль. Я по пурпурам медаль привозил, по браунам я привез аж чемпионат Бразилии на УГИ. Посмотрим, что я в этом году смогу привезти по черным поясам. Саму, ребят, очень интересно, как бы. Но я там в IBJJF в турнирах участвую. Если там 4 человека в категории будет, я, может, медальку за 3-й-то из 3-х возьму. Буду ей гордиться. Ой, бля, настрой, конечно, потрясающий. Всем доброго времени суток. Короче, приехал на Grand Slam. У меня стоит самая первая схватка, она у меня в 10. А я сюда приезжаю, мне, короче, говорят, слушай, братан, ты рано приехал, через час только все откроется. Вот, поэтому это типичная такая базия. Схватка в 10, но через час все откроется. Вот, а через час, собственно, будет 10 как раз, вот оно все будет открываться. Короче говоря, первая ставочка у меня вначале как задалась, а потом как не задалась. Я запорил классный халфгард, у меня все было хорошо. Я уверенно делал, что умею, искал андерхук, держал ножку. Все было прям, ну, относительно неплохо, учитывая, что мой оппонент – чемпион мира Будаби этого года, чемпион Гранд-слэма Лондона, чемпион Гранд-слэма в Будаби, такой стабильный выступающий топ по черным поясам. Ну, короче, в какой-то момент он берет мне и прыгает на футлок на мою любимую правую ногу. Чтобы вы понимали, что такое моя правая нога, это вот нога, на которой колено держится, на коленнике, которое на нее надето. Что 2 года назад была сильная травма, а 7 марта, как казалось, из-за той травмы 2-летней давности у меня ботался в суставе осколок кости, отколовшись от коленной чашечки. И поэтому мне 7 марта достают этот кусок кости. Ну и, соответственно, сами понимаете, что такое колено после операции. Прошло там, ну, несколько месяцев. После первой недели в Бразилии терпеть футлок, да, там рисковать как-то не было абсолютно никакого желания. Поэтому опыт получен. Получены. Будем тренироваться дальше. Причем у меня в следующие выходные тоже еще одни соревнования. Снова поездка в Рио, в этот раз IBJJF и Open, где я планирую побороться и в категории, в Гинуи, ну это у меня точно оплачено. И планирую залезть в абсолюточку, потому что вроде как я базово по количеству участников попадаю в абсолютку как обладатель минимум бронзовой медали.
Ну что, Гранд-слэм для меня закончился, почти не начавшись, зато я Рио посмотрел, погулял так классно, ребят, вообще кайф просто. А через неделю я снова вернусь в Рио, уже на IBJF Рио, поэтому ждите новые серии блога, ждите моих побед, я их тоже очень жду. Всем привет по ту сторону экрана, привет Фриксам, привет любимой команде Стрела. Вот это Панков на связи из Бразилии, как так и живем. Сегодняшний день, короче, заканчивается таким вот мини-парадом кораблей. Это, конечно, не наш Черноморский или Балтийский или Тихоокеанский или Северный флот. Ну, короче, вот собрали тоже три корабля военных, сзади какая-то военная техника стоит. Закат красивый, праздник, короче. Люди радуются, а я иду в океане ножки помочить. Вот такой вот день, ребятки. А, ребят, всем привет, наши люди везде. Вот человек из Перми. Засовывает он мне в руках вот эту белую штуку, она у меня к руке прилипает. Он на меня смотрит такой, на чистом русском, вы нам не подходите. Скажет, что я высрал и ничего не сказать. Я такой стою, думаю, это как бы. Потом сообразил, поэтому привет городу Перми с Рио-де-Жанейро. Привет. Увижу ли Бразилию,